Скажите, пожалуйста, как вы считаете, за последнее время произошли какие-то положительные изменения в Брянске? Я думаю, что да, и видно даже это невооруженным глазом. Посмотрите, сколько у нас строится красивых очень домов. Скажите, а знаете ли вы, какую оценку дал президент работе губернатора Брянской области Николая Демина? Ну, я так не могу сказать, какую оценку он дал. Я увязываю чисто политическое. Если глава государства поздравляет главу региона с днем рождения, и если бы, как обыватель я рассуждаю, если бы президент был недоволен работой губернатора Денина, да, я думаю, чтобы поздравление не таким бы методом он бы поздравил. Я думаю, что положительно, наверное, будет оценена его деятельность. По-другому. А что конкретно и как, ну, здесь мне очень сложно ответить. Я думаю, что положительно. А как вы считаете, в последнее время произошли какие-то положительные изменения в Брянской области? Касаемо разных сфер. Конечно. Да, безусловно. Это касается экономики, это касается и социальной сферы деятельности, и других вопросов, связанных с улучшением города и в целом уровнем жизни населения. То есть на это нельзя обратить внимание. На чистоту улиц. То есть вот это что первое бросается в глаза. А знаете ли вы, какую оценку работе губернатора дал президент? Да, мы слышали об этом. Не только президент, но и полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. А Мурат Зязиков, он еще раньше высказался на этот счет. То есть здесь позиция однозначно. Оценка высокая. Скажите, как вы считаете, на ваш взгляд, за последнее время произошли какие-то положительные изменения в Брянске, Брянской области? Ну, в общем, мое мнение, что да. Потому что сейчас проходишь по Брянску, он очень изменяется, появляется очень много красивых объектов у нас. В принципе, вот при Николае Васильевиче Денине это уже собор отстроен, который, в общем-то, как православному нашему населению здорово это, и это история нашего города Брянска. Также открыт памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, тоже такое массовое было мероприятие, которое, в принципе, не оставило наших жителей Брянщины равнодушными, ну и много-много другого. Я приветствую то, что очень много сейчас и спортивных комплексов для молодых, детишек наших строится, я как мама тоже, потому что это очень важное направление для нашей молодежи. А знаете ли вы, какую оценку работе губернатора Брянской области Николаю Денину дал президент в телефонном разговоре? К сожалению, нет, но хотелось бы надеяться, что все у нас замечательно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в последнее время, на ваш взгляд, произошли какие-то положительные изменения в Брянской области, в городе Брянске? Я думаю, что положительные изменения в городе Брянске произошли. Я отец двоих детей, мы часто гуляем по культурным местам нашего города Брянска, часто посещаем сквер Карла Маркса, площадь Революции, курган Бессмертия. Они преобразились, вымощены, выложены, появился фонтан на кургане. Это очень позитивно влияет на город в том числе. А знаете ли вы, какую оценку работе губернатора дал президент? Да, я про это слышал. Думаю, что оценку он дал высокую. Почему? Потому что если проанализировать обстановку в стране на данный момент, я имею в виду по губернаторам, то с Нового года по настоящее время были сняты около 5-6 губернаторов. Наш губернатор был, есть и будет. Так что оценка, я думаю, была высокая. Какую оценку работе губернатора дал президент? А как вы считаете, как вы оцениваете эту информацию? Отлично. Глава региона наш работает прекрасно. Прекрасно. И пусть дальше он работает. Мы будем за него голосовать.